Так, ребята, всем привет! Вот прошла неделя с последнего видео. Большое спасибо за то, что поставили кучу лайков, там где-то около 150 лайков. Я хотел, чтобы набралось 100 лайков, а набралось 150, плюс там просмотров уже достаточно много. Хочу вам выразить, скажем так, благодарность. Большое вам спасибо, и я буду, опять же, очень благодарен, если вы и на это видео поставите лайк. Чем больше лайков, тем быстрее выходит видео. Вот я пытаюсь теперь каждую неделю выпускать видео новые. Ну, тут я смотрю по монетам, если наберутся, то раз в неделю, если не наберутся, то раз в две недели. Но на этой неделе набралось кучу монет, очень интересных. Так что давайте начнем. Начнем, пожалуй, с деньги. Это деньга Ивана Грозного. 1533 год по 1547 год. Иван IV, Грозный, это у нас Тверь. До этого у меня такой деньги не было, таких копеек, чешуек, в очень хорошем грейде, АУ+. Эту монетку я достаточно дешево выставил на мешок, так что кому интересно, можете перейти посмотреть. Я могу чуть-чуть уступить еще. Вот такая красивая монетка. Смотрите, всадник какой четкий здесь. Давайте положим. Пойдем далее. Далее идет у нас флорин 1887 года. Это у нас флорин Великобритания. Вот красивая монетка. Я в последние два месяца сделал уклон на Великобританию, на Георга VI, Георга V, Викторию. Давайте перевернем. Так, вот такая вот монетка. Далее идет у нас бразильская монетка, это 2000 рейс. Вот такая вот красивая монетка патинированная. Реверс красивый. Посмотрите, он тоже патинированный. Вот у нас реверс. Реверс красивее, чем аверс. Тут такой рельеф красивый на монете. Монетку выставил, скажем так, очень дешево. По цене слабировки. Сейчас слабировка сколько стоит? Ну, долларов 30. Вот я за столько же и выставил эту монетку на мешок. Тем более, эта монетка довольно редкая. Я вот посмотрел на мешке. В Uncirculate ни одну не нашел. Ни одну не нашел в слабе. Не нашел в МС. Все были, скажем так, Extremely Fine. Либо АУ с чисткой. Так что приходите на мешок. Давайте положим. Так, давайте положим. Это у нас три марки. Мундир в отличном состоянии. Посмотрите, похоже даже на этот, на Proof Like. Отличная монетка. Хотя, ну, честно говоря, три марки, мундир, почти все похожи на Proof Like. Вот, посмотрите. Это особенность чекана, наверное. Давайте уже посмотрим реверс. А так, да, похоже на Proof Like. Посмотрите. Красивая монета. Тоже, скажем так, недорого выставил на мешке. Далее идут у нас 25 сентаво. Мексика. Довольно редкая монетка у нас, я посмотрел. В Uncirculate я у нас не нашел. В грейде от MS65 стоит около 60 долларов на eBay в слабе NGC. Я ее по-любому отправлю на слабировку. Мне уже, честно, надоело ждать. Тут смотрите, сейчас покажу. Орел вот такой, очень красивый. Ну, это стандартный мексиканский орел. Монетка небольшая, стоит недорого у меня. Я думаю, здесь где-то MS64, MS65. Но она по-любому пойдет на слабировку у меня. Так что, если хотите, берите в коллекцию. Красивая монетка. Так, идем далее. Далее идет у нас дайм Меркурий в состоянии Uncirculate. Ну, это стандартный дайм американский. Его тоже можно послать на слабировку. Но у меня, кажется, 42-й год есть. Я не знаю, смысл слать на слабировку есть вообще. Так, давайте перевернем. Ну, чисто под слабировку, я думаю. Выставлен он тоже дешево, там, 1200 рублей. У этих монет большой тираж, но, скажем так, до нашего рынка они вообще не дошли. Я только пару позиций знаю, кроме моих лотов в МС, да и в Uncirculate. Обычно они прям
скажем так, в плачевном состоянии, там, ВГ, очень редко Extremely Fine, обычно это даже состояние ниже. Далее идет у нас Великобритания, Георг VI, это у нас 1 шиллинг, у меня был 1 шиллинг, только шотландский тип, а вот это у нас уже английский тип, 46-й год, тоже выставлен дешево, можете перейти посмотреть, кто собирает. Отличная монетка. Это у нас Георг VI. Далее идет очень красивая монетка. Это у нас 1 флорин или по-другому 2 шиллинга 1900 года. Это у нас Великобритания. И опять же это Виктория. Тут видите другой дизайн, кстати, у монет. Очень красивая монетка. Как раз собираю себе коллекцию именно старой Англии. Вот такой красивый реверс. Так, и вот эта английская монетка. Это у нас 3 пенса. Георг VI. В очень хорошем состоянии. То есть Brilliant Uncirculate. Стоит тоже дешево у меня на мешке. 1937 год. Кому интересно, кто там собирает Англию, можете перейти, посмотреть. Так, давайте положим. И уже давайте завершать. Последняя монетка. Это у нас... Доллар 1928 года, доллар США, мирный доллар Филадельфия. Тираж у нас всего лишь 360 тысяч штук. Сейчас я скину вам график этих монет от NGC, в каких грейдах больше заслабировано. Вот такая красивая монетка. Стоит она чуть-чуть больше или даже наравне с этим. Кажется, она наравне с долларом 1921 года, с высоким рельефом. Вот такие два красавца у нас. Вот пополнил коллекцию себе. Стоят они одинаково у меня на мешке. Если будете брать у меня эти две монетки оптом, я вам сделаю, скажем так, большую скидку. Так что переходите на мешок, смотрите. Вот я очень рад, что у меня получилось достать такие экземпляры. Тем более у нас с этим проблемы, именно с редкими монетами на нашем рынке, так скажем. Давайте я вам еще один доллар покажу. Вот такой вот. Это тоже редкий доллар. Это только в славе PCGS. И это у нас 1926 Филадельфия. Это редкий год. Тут тоже маленький тираж у этой монеты. Стоит она относительно недорого сейчас на мешке. Так, давайте вот так еще раз перевернем и посмотрим уже 3 доллара. Ну, вот таких пока 3 доллара у меня есть в наличии. 26-й Филадельфия, 28-й Филадельфия и 21-й Филадельфия. Все Филадельфии, все довольно редкие. Так, ребята, я выключил видео, но забыл вам показать еще 2 монеты. Давайте я вам покажу. Я вам быстро покажу. Это у нас... 1 форинт 1879 года. Кто любитель флоринчиков, кто любитель Австро-Венгрии старой. Вот такая вот монетка появилась в наличии. Она уже есть на мешке. Сделаю вам небольшую скидку, если вы их собираете. Очень нравится мне состояние. Хочу отправить ее на слабировку. Красивая монета. Очень. Вот такая вот прям сверкающая, вот такая вот прям блестящая монетка с блеском 1879 года. Такой монетки я вообще не видел, честно сказать. Я посмотрел на мешке и понял, что они там в очень плохом состоянии. Вот мне повезло достать вот такую красивую монету. Так что кому интересно Австро-Венгрия, флоринчики, можете... перейти на мешок, перейти в контакт. Так, и следующая монетка, это у нас последняя. Это у нас монетка 50 пара. Такая монетка у меня была. У меня были 2 монетки. Одну я продал, 50 пара, где-то, не знаю, полгода назад или больше. И была еще монетка, которую я заслабировал. И заслабированная монетка получила топ-грейд в ННР МС-65. Уже я выставил ее на мешок. Тоже планирую отправить ее на слабировку. Красивая монетка. Прям эта монетка под слабировку. Большое спасибо за просмотр, ребята. Всем пока. Всем до новых встреч.